Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Больше всего аварий на российских дорогах в 2023 году произошло в октябре, а меньше всего в мае и июне. Такой вывод сделали страховщики. Кроме второго месяца осени, в список наиболее проблемных вошли март и ноябрь. Очевидно, что речь идет о периодах, когда автомобилистам приходится менять резину. Что касается дней недели, на которые приходится большинство ДТП, то это понедельник, вторник и пятница. Наименьший риск стать участником дорожного инцидента – в воскресенье. Трасса 101. Начались официальные продажи большого семиместного кроссовера Geely Okavango. Модель представлена в двух комплектациях по цене от 3,5 до 3 миллионов 600 тысяч рублей, без учета скидок. Машина оснащена двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 200 лошадей и семиступенчатым роботом. Привод только передний. В стандартной версии имеются в том числе светодиодные фары и фонари, подогрев руля и сидений, двухзонный климат-контроль, 19-дюймовые диски. За доплату доступны, в частности, разнообразные электронные ассистенты водителя. Трасса 101. Не секрет, что стоимость поездки в такси зависит от погоды. Платить приходится больше, зачастую гораздо больше, если за окном сильный дождь, снег или мороз. В Госдуме возмутились таким поведением извозчиков и предложили ограничить наценку, связанную с непогодой. Она, по мнению парламентариев, не должна быть выше 20% от стандартной стоимости поездки. Кстати, в недалеком прошлом депутаты заявляли о необходимости регулировки цен на такси в часы пик. Трасса 101. Благодаря параллельному импорту в продаже появился кроссовер Peugeot 5008 китайской сборки. Минимальный ценник авто почти 5 миллионов рублей. Продавцы уверяют, что на модель действует двухлетняя заводская гарантия. Под капотом переднеприводной машины располагается 211-сильный бензиновый турбодвигатель, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В оснащение входят, к примеру, климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя, обогрев передних сидений, парктроник и панорама. Крыша. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».